Не заплатил штраф вовремя, потом заплатишь вдвойне. Сотрудники ГИБДД и ДПС совместно с судебными приставами провели рейд по выявлению злостных неплательщиков штрафов. Удалось ли таким способом призвать славянских автолюбителей к гражданской ответственности, смотрите в следующем материале выпуска. Оперативно-профилактическая акция «Штрафы по выявлению водителей-неплательщиков» стражами дорожного порядка проводится регулярно. Мера эта вынужденная. По статистике, только 60% нарушителей административного кодекса штрафы оплачивают вовремя. Остальные 40% предпочитают и дальше нарушать закон. Неуплаченный в установленный срок штраф. В конечном итоге им все же придется заплатить. Но только уже в двойном размере или сесть за решетку на 15 суток. Всех остановленных водителей пробивали как по базе ГИБДД, так и по базе судебных приставов. Выявленным нарушителям вручалась квитанция, которую нужно оплатить и предоставить службу судебных приставов. Что бы хотелось отметить, сказать должникам, это именно конкретно, это своевременно оплачивать штрафы. И оплаченные квитанции предоставлять сотрудникам ДПС, чтобы не попасть уже в список наших должников. Сергей Моисеев – водитель с большим стажем. На протяжении 36 лет он почти каждый день ездит за рулем. Правила дорожного движения Сергей старается соблюдать и объясняет это тем, что на сегодняшний день очень большой поток транспортных средств и нарушать правила опасно для жизни. Поэтому он за такие акции. Ну, каждый водитель обязан оплачивать свои штрафы. Мы, водители, не всегда по своей вине их нарушаем. И поэтому, если какие-то есть штрафы, то их нужно обязательно оплачивать. В ходе рейда было выявлено 12 нарушителей по статье 20.25 «Неуплата административного штрафа в срок». А также службой судебных приставов было выписано 8 повесток. Стражи дорожного порядка еще раз обращаются к автолюбителям быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и вовремя оплачивать штрафы. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».